начинаю. Вот. Рада всех приветствовать. Меня зовут Лариса Брехова. Я wellness-консультант компании «Дотерра». Я думаю, что это сейчас самое главное, что я могла бы о себе рассказать. Да, семья, которую я очень люблю, и хочу, чтобы в моем доме и в доме моих детей была безопасная продукция, которая несет здоровье. Да, это, по-моему, самое главное. Вот, и почему же мы выбрали эфирные масла компании «Дотерра»? Сейчас попробую коротко об этом рассказать, максимально коротко. Потому что, на самом деле, эфирных масел очень много, да? И почему вообще эфирные масла? Если вы еще с ними не знакомы или знакомы, ну, попробуем еще раз про это проговорить. Может быть, что-то новое тоже услышите. То есть мы прекрасно понимаем, что эфирные масла – это то, что нам дает природа. Ничего нового мы как бы не придумали. И компания «Дотерра» ничего нового точно так же не внесла, да, только то, что нам дает природа, главное получить масла качественные. Очень важно, почему еще масла эфирные, почему не просто травки, например, да, хотя травки тоже замечательно, но такой быстрой реакции можно, такую быструю реакцию можно получить от эфирных масел, просто моментально. И что еще очень важно, почему с эфирными маслами, в частности, с эфирными маслами компании «Дотерра» работают и психологи в том числе, да, потому что эфирные масла позволяют очень быстро, наверное, нельзя сказать, просто позволяют управлять эмоциями, да, об этом тоже у нас как бы есть отдельная тема. Вот. Что еще важно понимать, что на самом деле ничего нового нет. Что здорово, что человечество как бы в большинстве своем начинает возвращаться, так сказать, к истокам. Сейчас все больше и больше людей интересуются здоровым образом жизни, натуральными продуктами, и в том числе, конечно, вот это эфирные масла. А на самом деле история использования эфирных масел – это вековые традиции. Это и Древняя Греция, и Рим, и Китай, и Индия со своей наукой аюрведой, в которой ароматерапия является важной частью. Эфирные масла используются косметологами, массажистами, парикмахерами, как я уже говорила, психологами. В продукции, промышленной продукции, в пищевой продукции, да, средства личной гигиены. То есть эфирные масла можно найти везде. Везде ли они качественные и натуральные, это уже второй вопрос. И вот почему же компания «Дотерра» берет для себя эфирные масла как возможность, создания какого-то бизнеса. Да? Если бы мы создавали какой-то бизнес, мы бы искали, что же сейчас востребовано. Так вот, ароматерапия сейчас – это тренд современности. Почему я уже сказала? Да, потому что это востребовано, люди хотят то, что создано природой, понимают, что просто производные химической промышленности, конечно, они иногда нужны, да, фармпродукция, но очень много противопоказаний. И не устраняют причину, да, только следствие. Перспективность ароматерапии вы видите на этом слайде. В 2017 году это было 5 миллиардов долларов. А на 24-й прогнозировали, сейчас уже эта цифра выросла, и последние события показали огромный спрос к эфирным маслам. В поисковике, если забивали какое-то несколько лет назад, в прошлом году еще, по-моему, слышала, Таня Кокина с нами делилась этим фактом, чайное дерево, это был какой-то такой не очень большой процент. Сейчас цифра, можно посмотреть, что в поисковике забивают чайное дерево, значительно выросло, то есть растет спрос. То есть в любом случае это востребовано. Что же такое компания «Дотерра» вот на этом рынке? Это 1/4 мирового оборота, и цифры все время растут. Потому что на самом деле, как только вы сами попробовали, получили свой результат, хочется делиться. Поэтому как бы пользователей становится больше. Что очень важно, что ароматерапия – это абсолютно доказательная медицина. Очень много научных исследований. И не только у компании «Дотерра». В компании «Дотерра» собрана огромная библиотека. Такой огромной библиотеки, в которой можно найти и работы научные. Наверное, ни у кого нет. Да, конечно, это возможности компании. Что важно, что вся информация находится в открытом доступе. Это
очень важно. Да? Некоторые компании могут говорить, вы можете посмотреть все про нашу компанию, если зарегистрируетесь или придете к нам в офис и увидите информацию вот на месте. Вся информация по компании Дотерра есть в открытом доступе. Ну, тоже вот такой момент, да, если вы еще как бы не пользуетесь этой продукцией, просто вот для понимания, когда мы начинаем выбирать какой-то продукт для нашего дома, чем же мы руководствуемся? Как мы выбираем продукты для дома? Как мы выбираем средства личной гигиены? На что мы внимание обращаем? Вообще обращаем ли мы на это внимание? Да, на самом деле, я когда-то пришла еще в одну сетевую компанию только потому, что там были безопасные составы, там не было содиума, лаврового сульфата. Не было нефтепродуктов, не было парабенов, не было талька в дезодоранте. Для меня это было очень важно. Я знала, что я в свою семью должна нести качественные, безопасные продукты. Так вот, хотите ли вы что-то узнать вообще о производителе? Кто произвел, допустим, не знаю, молочную продукцию, да, вырастил укроп для нас? Вот, что за хозяйство? Трудно сейчас это сделать, но тем не менее, если есть такая возможность, конечно, мы на это обращаем внимание. И вот такой вот важный момент, пользуетесь ли вы вообще интернет-магазинами? И опять же, последние события показали, что интернет-магазины просто вау, просто нужны. И продукты стали заказывать, и много что, да. Вот, сейчас мы тоже будем говорить про интернет-магазин. И важны ли для вас, если выбираете, допустим, интернет-магазин, ну, с одинаково хорошим продуктом, с большим ассортиментом. Ну, вы видите, что в одном магазине есть программа лояльного клиента, да, и вам какие-то подарки дарят, вот обращаете ли вы на это внимание? Ну, я думаю, что вот после этого вы обратите внимание, да, что же такое компания Дотерра? Это частная компания, на самом деле это очень важно, важно для качества, потому что те люди, которые основали эту компанию в 2008 году, компании в этом году 12 лет, и она показала, что она есть и она будет. Потому что, да, бывает там 3 года, еще нет какой-то стабильности, 12 лет – это очень здорово. С одной стороны, это не очень много, про компанию еще не так много знают, но, тем не менее, 9 миллионов покупателей за 12 лет – это просто цифра вау. Так вот, 7 основателей. Это тоже очень важно, и это будет важно тогда, когда вы решите, что да, мне нравятся продукты, я готов делиться. Но для понимания качества это тоже важно, да, потому что эти основатели сказали, мы хотим создать такой продукт, и что интересно, что в некоторых компаниях могут даже не знать, кто же основатель, да, или там, не знаю, Lancome, любая другая какая-то вот такая компания, а здесь мы знаем людей, и они не боятся, они приезжают, они знакомятся с нами. Я лично проходила обучение у одного из основателей компании в Москве, да, по технике массажа. Кстати, у нас тоже есть такая потрясающая тема, если кому-то будет интересно. Уже даже в этой комнате присутствует несколько специалистов по этой технике массажа. И даже в нескольких странах. Отсутствие задолженности – это тоже важно. Да? Свыше 8 миллионов, видите, я цифры не поправила, уже 9 миллионов регистрируется. Сотрудники компании. Ни одного сотрудника не было уволено. Да? Наоборот, штат расширяется. Вот конкретно сейчас нашим регионом будет заниматься уже вот не Оливер, а другой менеджер. Да, потому что растут объемы, да, допустим, уже один менеджер на несколько стран просто не справлялся. Представительство в 16 странах, это тоже важно, потому что страны открываются официально, это значит, есть официальные сертификаты на продукт, тогда только страна открывается официально. Динамика роста, очень интересная цифра, здесь сравнивают, видите, компанию Дотерра сравнивают с компанией Apple. Компанию Apple знают все, Дотерра пока не все, хотя очень-очень, да, сейчас прям такой интерес идет к этому продукту. Так вот, компания Дотерра за первые 7 лет своего существования вышла на объем продаж 1 миллиард долларов, повторив успех компании Apple, да. Вот по сравнению с другой сетевой компанией, это все данные в открытом доступе, то есть это не какое-то там типа мы лучше, мы хуже, нет, это просто цифры. Да, о чем это говорит? Это говорит о качестве продукта, абсолютно однозначно. Так, вот очень интересные вещи, их тоже, когда начинаешь их осмысливать, ты понимаешь, сколько доверия появляется к этому продукту. Открыт первый современный медицинский центр в Америке, где ароматерапия применяется вместе с классической медициной. Вы представляете, сколько сертификатов нужно получить?
В ближайшее время такие центры планируется открыть еще в нескольких странах. Ну, в США, в том числе, в Канаде, вот Европа, Россия, Украина. Вот тоже интересный очень момент. Страховая компания покрывает, одна из страховых компаний, покрывает расходы на терапию эфирными маслами. Ну, тоже какие сертификаты нужно иметь, чтобы страховая компания начала сотрудничество. Интересная цифра. Бренд, узнаваемость бренда компании doTERRA увеличилась, выросла на 12% без рекламы. Иногда говорят, да, конечно, сетевая компания, вы за это получаете деньги. Да, безусловно, мы учимся, мы консультанты, мы просто обязаны быть теми, поэтому мы вкладываем время в свое обучение, чтобы делиться дальше. Другие компании вкладывают в рекламу. Вот это вот разница очень, да. Вложить в обучение своих сотрудников, я думаю, что это очень здорово. Так, почему же мы выбрали doTERRA? Спрос на эфирные масла сейчас высок, как никогда. И поэтому, что очень много фальсификаций. То, что востребовано, то и подделывается. А как подделывают? Очень много разных способов. Здесь вот буквально несколько, да, замена более дорогого масла более дешевым. Вместо лаванды используют лавандин, либо разбавляют лавандином, либо вообще синтетическое масло. Могут вот синтетическим маслом разбавлять. Иногда просто напишут на этикетке 100% эфирное масло. Видите, слово «натуральное» здесь даже нет. И это самый честный вариант. Это самый честный вариант. Сроки, уменьшение срока выращивания сырья. Про корень ветивера это такой просто очень наглядный пример, его легко запомнить, тем более это масло уникальное, просто по своему воздействию. Вам захочется обязательно его приобрести, если у вас его еще нет, да, масло такой стабильности, уверенности. Так вот, очень часто его выращивают 6-8 месяцев. Это представьте, да, недозрелая клубника, да, ну, для каких-то там, я не знаю, может быть, для чего-то она будет хорошо. Ну, может быть, лучше привести пример зеленый мандарин, потому что полезные свойства зеленого мандарина очень прям вот хорошие, замечательные, уникальные, но они не такие, как у спелого. Так вот, в случае с корнем ветивера масло тоже будет 100% натуральное. То масло, которое выращивали всего 6-8 месяцев. Но для того, чтобы оно стало терапевтическим, оно должно выращиваться до 24 месяцев. И тогда это вот созрело, да, полностью набрал тот химический состав, который нам нужен, чтобы получить то воздействие, которое заявлено. Вот это вот очень важно. И сертифицирование и тестирование определенной партии, только той партии, которая поступает нам в продажу. Очень часто делают компании, это абсолютно точно, и с аптеками такое бывает, да, то есть тестируют первую партию, получают очень хороший результат, сдают в продажу, и все, и с этим сертификатом в дальнейшем все остальные партии поступают в продажу. Эта информация вообще не для того, чтобы рассказать, что doTERRA прям эксклюзив, хотя это так, да, но иногда это может восприниматься, типа, ну, все компании говорят одно и то же. Вы знаете, вот сегодня такие критерии, от которых можно отталкиваться. Вы просто будете это знать. И если вы уже пользуетесь какими-то эфирными маслами другой компании, вы сможете пойти и поинтересоваться. А вот, какой процент, допустим, масла лаванды, химический состав, да? Что нужно знать? Кстати, вот почему опасность разбавления лаванды лавандином, потому что это разные химические составы. Если мы лаванду используем, можем использовать прямо на открытую рану, на ожог, на термический, на солнечный, а лавандин нельзя. Замечательное масло с хорошим химическим составом, но совершенно с другим терапевтическим коэффициентом, индексом. Да? Много камфоры, поэтому используется, если есть какие-то воспалительные процессы. Нельзя на открытую рану. И поэтому человек, прослушав такую презентацию, сказав, да, я лаванду куплю, я могу купить где-то ее дешевле, а результат не получает, или получает совершенно какой-то результат, которого, в общем-то, ну, на который не рассчитывал. Так, дальше идем. Вот тоже интересная цифра. Есть такая независимая компания APRC, да, находится в Америке. Тестировала 50 компаний. Это не все компании, которые производят эфирные масла, да, но 50 компаний она тестировала. Это были разные компании. Это были компании и прямых продаж, и интернет-магазинов, и розничные торговли. Так вот, всего три компании
из этих 50 получили сертификат качества терапевтического масла. А некоторые компании с высокой репутацией имеют в своем составе от 50 до 100% поддельных масел. Ну вот, это вот такая цифра. Что же такое сертификат терапевтического класса? Я говорила, что, да, вот, допустим, тоже корень ветивера, может быть, он выращивался меньше, и, возможно, это будет масло органическое, но оно не будет терапевтического класса. Потому что в масле терапевтического класса есть такие величины, которые никогда не должны быть ни меньше, ни больше. Вот они должны быть ровно в этих границах. Все, что меньше, масло не сработает, так, как заявлено. А то, что выше, оно может навредить. Да? И посмотрите, какие сложнейшие анализы проходит абсолютно каждая партия. И если вдруг по какому-то из анализов есть несоответствие, как вы думаете, куда пойдут эти масла? Что с ними будет делать компания Дотерра? Ну, я думаю, что вы все правильно ответили. Можем потом поговорить. Давайте потом в конце спросим, куда же они пойдут. Да? Что очень важно, компания Дотерра проходит 54 анализа на каждую партию. 43 проводит сама компания и 11 сторонние. И это все есть в открытом доступе. На каждой бутылочке, вот если вы ее так перевернете, вы увидите на дне партию. И вот по этой ссылочке, потом вы ее можете спросить у человека, который вас пригласил на сегодняшнюю встречу, проверить полностью весь химический состав. Это тоже очень важно, это независимый сайт. Вот. Что же хотела сделать компания Дотерра? Она понимала, что в интернет-магазин будут приходить постоянно покупатели, если там будет широкий ассортимент. Да, мне очень удобно. Я села перед компьютером, перед телефоном, зашла в свой интернет-магазин, положила то, что мне нравится, то, что я хочу, то, что у меня заканчивается. Согласитесь, зубные пасты, шампуни, косметика заканчивается все время. У кого-то вначале масла, возможно, не идут так вот активно. У нас у всех масла просто, вот, просто идут, потому что мы ими пользуемся. Сегодня расскажу про то, как мы используем первый наш набор. Так вот, в магазине широкий ассортимент. Значит, удобно делать заказ. Я уже говорила, 65% это коэффициент удержания клиентов. Что это значит? Это значит, что 6 или 7 человек, это по регионам немножко различается, из 10 всегда остаются с этим магазином. 3 человека, 3-4 человека, да, обязательно они что-то другое хотят, что-то их не устроило, возможно, консультант не смог правильно научить пользоваться продукцией. Тем не менее, такого коэффициента удержания клиентов больше нет ни в одном другом интернет-магазине и компании сетевого маркетинга. Открытые цифры очень известной компании, которая на слуху, это 12%. Вот реальное обучение во время встреч. Вот сегодня, если у нас есть новенькие, мы хотим поделиться информацией про масла. Да, и, возможно, даже получится кому-то подарить пробник, если вы не захотите сразу, захотите приобрести сразу весь комплект «Семейный доктор». Да, то есть тоже там у нас хорошие подарки. Вот я говорила выбор, как же мы выбираем продукцию для дома и семьи. Очень важно, все начинается с семечки, все начинается с того, как ее посадили, как посадили дерево, как ухаживали, чем удобряли. Так вот у компании Дотерра 98% эксклюзивных поставщиков сырья. Она практически полностью исключила посредников. Что это для нас значит? Во-первых, посредникам не нужно ничего платить. Да, то есть она лучше вложит в обучение своих консультантов. Это очень здорово. Лучше она вложит деньги в инфраструктуры тех людей, которые выращивают для нас растения. Почему? Потому что компания Дотерра строит, очень часто это слабо развитые страны. И там она строит больницы, школы, улучшает быт этих людей. Но говорит, да, мы хотим получить лучшее масло. Мы хотим получить, вот вспоминайте, оливковое масло первого отжима, да? Мы же хотим лучшее масло для себя. Ну, это эфирное масло, там базовое, это немножко другое, это просто пример. Что делает компания Дотерра? Она строит свои заводы. Свои заводы – это очень важно.
Потому что иногда, чтобы получить качественное масло, нужно, чтобы прошло не более 2 часов. Да? 2 часа, все, масло уже теряет, растение теряет какие-то свои полезные свойства, и эфир уже не будет настолько высокого качества. Вот, так что имейте в виду, что мы получаем растения из мест, где они исконно произрастали. Слайд тоже очень ценный, возможно, сразу его не всегда понимаешь. Это то, что я говорила, да, что компания, знаете, такие семейные отношения. А когда в семье все хорошо, мы же друг о друге заботимся в семье, да. Вот, и сравнение, например, с какими-то другими компаниями. Чего же мы хотим выбрать, например, этот интернет-магазин? Очень часто в каких-то магазинах это, допустим, 1-2 продукта. Низкий коэффициент удержания клиентов, то, что я говорила, нет обучения для консультантов. Мы дарим пробник, на самом деле, для того, чтобы человек почувствовал эффект, если вы совсем вот прям, да, я хочу сравнить. Да, у нас, в общем, есть такое правило, подарить пробник для решения какой-то вашей, ну, или проблемы, или какого-то состояния, которое вам хочется проработать. Вот, это то, что говорят наши основатели, чем же мы занимаемся, мы создаем самые качественные в мире масла, самые действенные, самые чистые. Если есть у кого-то такие же чистые, это очень здорово. Вот, чтобы чувствовать себя здоровыми. Что мы видим на этом слайде, что я еще очень люблю в компании doTERRA, то, что, может быть, сразу тоже не воспринимаешь. Это, конечно, такой комплексный подход к здоровью, потому что, ну, витамины здесь есть, они потрясающего качества. Это отдельная тема, про нее мы тоже говорим. У нас есть и как бы обучение по продукту, поэтому, конечно, приходите на наши обучающие курсы. Вот, культура doTERRA. Это не просто вот купите у меня масло и все, да, хотя купить масло, может быть, вы знаете, что вы хотите, вы можете его купить. Но подарить пробник, да, решить его проблему через пробник. Если не помог один пробник, давайте попробуем еще один. А ценность компании, это очень ценно, правда, научить всех пользоваться дарами природы. Конечно, если у человека есть какое-то серьезное заболевание, безусловно, у нас есть чат врачебный, чат специалистов. Серьезные вопросы отправляем к ним. Но если есть желание научиться правильно следить за своим здоровьем, поддерживать свой иммунитет, мы вам гарантируем, что если вы будете приходить на наши встречи, на наше обучение, прослушивать те вебинары, которые есть уже в записи, вы точно научитесь правильно, эффективно, безопасно использовать эфирные масла. И ароматерапия с компанией doTERRA – это действительно ароматерапия в каждую семью. Это вот очень ценно. И осознанно отношение к здоровью. Знаете, очень многие, кто начинает пользоваться продукцией компании doTERRA и меняет свой образ жизни. В этой компании очень много, в том числе и нутрициологов, потому что они понимают, насколько ценные здесь витамины. Вот. Обучение идет и по правильному питанию, и постоянно говорят о том, что физическая нагрузка должна быть обязательно. У нас есть все для того, чтобы научиться управлять по стрессовыми ситуациями. Есть витамины для того, чтобы полноценно выспаться, почистить. Вот вчера у нас была программа детокс. Вебинар. То есть все это будет повторяться, и поэтому как бы сейчас я просто показываю, что это действительно комплексное отношение. Про это я тоже говорила, что обучение это очень важно. И вот нужно ли быть аромаспециалистом, я бы сейчас хотела немножко про это рассказать, немножко